Здесь есть река. Здесь есть река. Я хочу спросить, кто может уже получил исцеление? Нельзя, не можно здесь оставаться больным. Кто-то получает радость, свободу. Аллилуйя. Я сам свидетель тому, что Бог здесь делает. Мне нечего добавить. Bet ir kāds doms, es nebiju gatavojies arī par šo dziedināšanu runāt, bet es gribu padalīties dažas domas. Я хочу поделиться несколько мыслями. Un ne tikai dalīties. И не только делиться. Bet rīkoties. Но действовать. Amen. Šeit jau sacīja, ka sērgas staigā. Здесь говорили, что есть эти суды Божьи, эти разные sērgas, болезни. Jā, slimības staigā. Болезни. Mēs dzirdam. Мы слышим. Mēs redzam simptomus. Мы видим симптомы. Мы видим. Mēs dzirdam, cik daudz tur bērnu dārzā ir. Мы видим детей, слышим, сколько в садике или в школе нету детей. Bet man tāds liels jautājums iekšienē. У меня великий вопрос. Pašam sev, mums visiem. Vienam всем. Vai tiešām? Действительно ли? Jēzus svētās dārgās asins. Святая дорогая кровь Иисуса. Ir vājāks. Немощней. Par jērasinim, vecajā derībā. Čem krovi Agansa v starom zavietē? Man liekas, ka nav. Ja domāju, šo niet. Viņa dārgās asins. Jīvo drakacēnāja krovi. Ir tās, no kur bēg. Eta to at... Pats vēlns, pats ienaidnieks. Sam vrāks, sam djavalu bīgājēt. Amen. Amen. Un tās svētās asins. Это святая кровь. Mums katram ir pieejams. Это доступно нам. Un mēs viņus var piesaukt. И мы можем призывать их. Brīd, любой момент. Mirkli, каждый момент. Par sevi, на себя. Par savu ģimen, на свою семью. Par savu namu, на свой дом. Man patīk šī simboliskā līdzība. И мне нравится эта символическая притча. Vecā derībā viņi ņēma kušķi ar īsapu. Ja? Они брали такой кусок. Кушу. Не, кушчис. Куш. Гуш. Гушу. Брали. Горсть травы. Да. Он вынимает свои асины. Они вмакали это в кровь. Он вини сприцей. Они это брызгивали. Окропляли. Дурви. Да. На двери. По лодам. На подоконнике. Он лидзи баши с кушчис. И арисап. Этот трава, этот кусок травы, это горсть. Это как притча, как сравнение. Symbols. Символ. Apliecināšana. Это исповедование. Tas ir paņemt šo patiesību. Это взять эту истину. Paņemt šīs Jēzus asins. Взять эту кровь Христа. Un ar vārdiem, ar apliecināšanu. И словами исповедовать. Piesaukt par savu dzīvi. Призывать на свою жизнь. Не повел, тур ир кушчис. Не зря там эта трава. Тур не бей салминч. Там не была одна соломинка. Сик вен рейс свайк. Сколько раз надо? Ту венгаш пьесалц вин даргас святас асин. Ты призываешь его драгоценную святую кровь. Амен. Амен. Он та слимиб не вар палик тава нама. И эта болезнь не может остаться в твоем доме. Она не может прийти к твоим детям. Амен. Мес абзинамес Иисус нопал. Мы осознаем заслугу Иисуса, Его жертву. Его жертва намного сильнее, чем то, что дьявол может сделать. Амен. И первый шаг, что мы сделаем с этим болезнью, именно сейчас, мы будем говорить на них. Иисус говорил на болезнь. Lūdzu, es vēl piepildīšu liecību nelielu, ja? Ja privedu nebaļšo svidietirstu pēc malītvai. Brāls Kristu. Čudiesni brāt vai Hristie. Mums draudzā viena meitene, es neatceros, vai es to stendē liecināju vai nē. Adnā dievuška un aš cerkvi. Ja kas atgādiniet man. Esi, ja v stendē ne rozkazvala, tā esi što napomnite? Viņai bija ar trombiem problēmas. Un jau bija s trombami problēma. Pēkšņi. Vtrūk. Plaušām aizgāja priekšā. Tūlīt gandrīz aizgāja priekšā tromba. I perekrīl tromba pačti ļokie. Viņa gandrīz aizgāja bojā. Anā pačti pagībla.
Un mamma pazvanīja, mēs sākām lūgt. И мама молилась, и es palaidu uz Kurzemes lūgšanām. Мы в Курземской молитве это. Palaidu uz Ukrainu. В Украину отослали. Palaidu visus всем пасторам, которых я знал, я отослал. Un pēkšņi uzreiz baiga operatīvi sāka dakteri darboties. И вдруг, это вот первое было, что очень оперативно доктора начали действовать. Viņi fiziski atrada visu tur apgāju un viss tā kā vajag. Они физически нашли этот тромб, все обошли, и все нормально. Прогноз докторам был такой. Прогноз врачей был такой. Мэйтен, я спорта. Девушка, яшин спорта. Она занималась ездой на лошадях, такая, ну, спортом. Он вел нодарбоес ар тааду висай цийц спортовей. И еще занималась борьбой. Он доктор виняй тейца пар спорту айзмирст. И врачи сказали, забудь о спорте. Kurā gadījumā aizmirsti. В любом случае просто забудь. Un kad mēs visi lūdzām, и когда мы все молились, mēs uzreiz noraidījām ticībā, ka mēs nepieņemam to. И мы верили, мы отвергали, что мы не принимаем это. Tas bērns ir zem svētības, mamma ir svētīta, viņi pieņēmus Jēzu. И этот ребенок под благословением, и мама приняла Иисуса. Mēs vienkārši ticam krusta apmaiņai. И мы верим в это обмену через крест. И противостали этому. Arī viņa pati ticēja. И она сама верила. Un vēl visi lūdz. И все молились. В общем, fināls bija tāds. Финал был такой. Ka viņa pakāpeniski sāk izveseļoties. Она начала выздоравливать постепенно. Un pēc tam, kad aizgāja pārbaudīties pie ārstiem. И когда она пошла провериться. Viņas neatrada nevienu trombu nekur. Они не нашли ни один тромб нигде. Bet ar to vēl nepietik. Этого не хватило. Ar to vēl nepietik. Этого не хватило. Vēl ir ģenētika, tāpēc, ka ārsti teica, ka tieši ģenētikā viņai problēma. И именно это как бы в генетике эта проблема. Mīļi, ar zālēm var izrastat visu ko, tikai ne ģenētiku. Они лекарства могут излечить генетику, но веспаем изменить. Но генетику они не могут изменить. Варвин пьедзимс, тарвин номерст. С ней рождаются и умирают. Но ты веспаем изменить, Dievs viņu izmaina. Только если Бог изменяет это. Un viņa aizgāja pēdējo reizi uz genetikas pārbaudē. Она пошла на проверку генетики. Un DNS спирал. И спираль ДНК, ideāli. Это было идеально. Neviena slimības pazīmes, nekāda mantojuma no senčiem. Никакой признаки о каком-то наследии от предков. Tas jau ir Jēzus pieskāriens. Но это уже касание Иисуса. Tici viņa krusta apmaiņai. Vēri в его обмену. Viņš arī tev pieskarsies tavam ДНС. Он коснется твоего ДНК. Pumpas pazudīs, izauguma pazudīs. Все про хроническая слимības aiziet. Хронические болезни уйдут. Tu esi Jēzu. Ты в Иисусе. Он Иисус слимим. Now. И в Иисусе нет болезни. Amen. Amen. Mēs tieši tāpadās tagad runāsim. И мы также будем говорить. Mēs nelūksim Dievu. Мы не будем молиться Богу. Иисус uz krusta jau ir izdarījis savu darbu. Иисус на кресте уже сделал свое дело. Tagad ir tava daļa. Теперь есть твоя часть. Mana daļa. Моя часть. Ko mēs darīsim ar šo slimību? Что мы сделаем с этой болезнью? Ir rakstīts, padoties Dievam. Написано покоритесь Господу и противостаньте дьяволу. Откуда болезнь? Varbūt mēs esam no dažādām vietām. Может, мы из разных. Mēs esam mācīti. По-разному нас учили. Dažādas pieredzes katram vienam. Разный опыт у каждого. Bet patiesība nemainās. Но истина не меняется. Patiesība mūs atbrīvo. Истина нас освобождает. Amen. Un tikko mēs sāks rīkoties uz šīs patiesības pamata. И как мы начнем действовать на основе этой истины? Вэлнс ир атмаскоц. Дьявол разоблачен. Он разоружен. Амен. Пацель рукс, кому вайг дзединаша. Поднимите руку, кому необходимо исцеление. Пецеляс каяс. Можете встать. Я. Он парея апкарт. И остальные все рядом кто? Мэс палидзэсим ари виньем vienojoties ar patiesību un ar viņiem, un mēs runāsim ar šo slimību. Соглашаясь об этой истине, и мы будем соглашаться с ними. Lai viņi iet projām. Мы будем говорить, чтобы она ушла. Es nezinu, kā tu apzinies autoritāti. Я не знаю, как ты осознаешь авторитет. Varbūt tev jākliec. Может, тебе надо кричать. Tad kliec. Тогда кричи. Zināt, darbā ir visādi priekšnieki. На работе разные начальники. У меня одинаковый авторитет. У них одинаковый авторитет. Циц клец. Один кричит. Циц руна клус. Кто-то говорит тихо. Bet tā, kad tu apzinies. Но тогда, когда ты осознаешь. Tā arī runā ar šo slimību. Так как осознаешь, так и говори. Iet prom. Чтобы она ушла. Un tagad. И сейчас. Nevis kaut kad, bet tagad. Не когда-то, но сейчас. Amen. Un pārējie apkārt. И остальные вокруг. Pagriežās pret tiem, kas ir piecēlušies augšā. Повернитесь к тем, кто встали. Un
и целенаправленно. Мы будем говорить с этой ситуацией. Так же, как Иисус говорил, чтобы ушло. Чтобы ушел сейчас. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Mēs vēršamies pie tevim. Мы обращаемся к тебе. Mēs vēršamies pret slimību. Мы обращаемся Mēs к болезни. Vēršamies pret опухоли. Mēs vēršamies pret вирусiem. Мы обращаемся против вирусов. Mēs runājam uz симптомiem. Мы говорим на симптомам. Mēs runājam uz slimībām. Мы говорим uz на болезни. Sārgām. На болезни. Uz nespēka, на бессилие. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Mēs tev pakļaujam. Мы подчиняем. Mēs tev pavēlam. Мы тебе повелеваем. Atkāpties. Отступить. Tagad. Сейчас. No manas. От меня. Dzīves. От моей жизни. No mana ķermeņa. От моего тела. No maniem bērniem. От моих детей. No mana nama. От моего дома. No mana tuvuma. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Un mēs piesaucam. И мы призываем. Jēzus svētās asins. Святую кровь Иисуса. Halleluja. Halleluja. Piesaucam tev svētās asins. Мы призываем твою святую кровь. Jo mēs uzvaram Sātanu. Мы побеждаем ar дьявола. Liecības vārdu. Словом свидетельства. Ar jēra asini. И кровью Агнца. Nemīlot savu dzīvi līdz nāvei. Jēzus vārdā. Amen. 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 Halleluja. Slava Dievam. Slava Bogu. Halleluja. Kāds jau var pacelt roku? Кто-то еще может поднять руку? Кого-то боль может ушла? Окей, okay, скартиба. Он от лет сил илгнай. И вторая вещь. Якоб. Якова. Послание Якова. Тогда мы стали свадьи, когда мы здесь елеем помазывали, потом... мне пришло слово. Якоб вестул. Послание Якова. Пятая нода. Пятая глава. Ļoti vienkārši, ļoti saprotam, ļoti очень skaidri. Ясно, очень внятно. Un vēstuli draudzē. Послание церкви. Ja kāds starp jums ir nevesels. Если кто посреди вас нездоровый. Lai viņš ataicina draudzes vecajus. И пусть он пригласит старейшин церкви. Un tie, lai lūdz Dievu par viņu. И пусть они молятся о нем. To svaidīdam ar eļu. Pamazvai его елеем. Tā kunga vārdā. Во имя Господа. Un ticīgi lūkšana izglābs slimo. И вер, молитва веры спасет верующего. Un tas kungs viņu uzcels. И Господь его поднимет. Amen. Amen. Ticība atrais vārds. Веру развязывает слово. Varbūt te bija vārds par asinīm. Было слово о крови. Te bija vārds par apliecību. Было слово об исповедании. Un te bija vārds. И есть это слово. Ja kāds starp jums ir nevesels. Если кто среди нас нездоровый. Ja šis vārds atsaucas tavā sirdī. Если это слово откликается в твоем сердце. Un tu zini, ka tev jāiznāk šeit priekšā. И ты хочешь выйти здесь lai вперед. Lai tev svaidīt ar eļu. Чтобы тебя помазали елеем. Ar tevim notiks tas, kas te ir rakstīts. С тобой произойдет то, что здесь tas написано. Kungs tev uzcels. Господь тебя поднимет. Un tu tiks dziedināts. И ты будешь исцеленным. Amen. Amen. Tā kā piecelsimies kājas. Встанем. Un ja kāds jūt, kad viņam nepietiek ar Jēzus asinīm vai ar liecību, ko mēs runājam. Если ты чувствуешь, что может не хватит свидетельства или молитвы. Это слово. Tad tu nāc priekšā. Ты можешь выйти вперед. Es varu liecināt pats no sevis. Я могу свидетельствовать о себе. Man augoņi parādījās padusē. Мне появились такие прыщики. Jā, nāc te. Augoņi parādījās padusē. У меня прыщики. Un kungs man vadīja un rādīja. И Господь меня вел ārā no turienes, no tās problēmas. И он показал мне путь из этой проблемы. Un viens no punktiem bija šis. И один из пунктов был этот. Es pats izcelu šo vārdu. Я сам aicināju cilvēku vecais, lai lūdz un svaidi man. Сам пригласил старейшин, чтобы молились и помазывали меня. Все, что здесь написано.
Amen. Amen. Okay, šeit ir cilvēki. Здесь есть люди. Iznākuši. Вышли. Palīdzēs, Aivar. Svaidīt. Pamazati ilējiem. Jā. Pārējie vienosies kopā ticībā par viņiem, par šiem cilvēkiem. Amen. Halleluja. Nekas maģisks, nekas īpašs. Tas, kas rakst, tā kā rakstīts, tā tas arī strādā. Viss.